иду за подарками. Называется Christmas Bureau. Бюро подарков. Это считается маленькая очередь. Сейчас в 10 они начнут работать, и буквально за 5 минут эта вся очередь пройдет. Тут все в синей одежде, это волонтеры сидят, которые записывают. Пойду сейчас кофе сделаю, вон там раздают бесплатное кофе. Валюшечка, привет. Привет, я немножко тебя сниму. Ты здесь волонтеришь, да? Да. Можно взять книжки, да? Да. По возрастам здесь написано книжечки. А вот мы пришли выбрать подарочки для деток. Очень много конструкторов разных, кукол. Очень много, мы сейчас дальше покажем подарки для детей. Я уже определилась, я возьму вот этот конструктор, и да. Вот этот конструктор, да. И взяла еще лего. У меня можно 3 подарка взять, да. Потом еще дома больше покажу. Но я хотела снять, какие еще здесь подарки есть. Давай посмотрим. Давай, пианино посмотрим. Для детей. Можно взять его, как оно там брынкает? А это? Пианино и барабаны. Больше как барабаны, наверное. Да. Играть. А палатка есть, смотри, для детей. Пойдем с той стороны? Да. Куклы разные, да? Да. Очень много куклы, Барби. Разных. Конструктор такой для детей. Ролики, которые мы нарисовали. Кукольный театр. Кукольный театр есть. Вот эти, кстати, куклы дорогие очень. Они где-то 30 баксов такая стоит. Такая? Куколка. Да. 30 долларов? Да. Но они сейчас, наверное, популярны. Вот такое мороженое на колесах. Кстати, это коляска для куклы, да? Такой кран. Это очень дорогой этот игрушка. Может, кран ему взять? Детки очень любят играться. Угу. Потом рисовалка. Слушай, давай рисовалку возьмем. Рисовалку можно или вот такая, знаешь, ну это палатка, это такая активность. Да, да, палатка у них была, да, где-то. Была. Да. Okay. Можно я взять, думаю, может рисовалку взять. Рисовалку, потому что они всегда очень классные. Да, возьми классные. Вот такую вместо, вместо вот, наверное, давай вот вместо вот этих палочек, да. Вместо палочек возьмем рисовалку, да? Да. Ну, смотри, это на 3 годика, а это на 5. Ну, давай, может, на 5 давай на 5 возьмем. И вот эту рисовалку, потому что дети будут ехать в машине, стали рисовать. Все. Кстати, я у Люды забыла свою рисовалку Ляночкину. Mm. Я думаю, где же рисовалка? Надо сейчас забрать. Помню, да. Надо забрать. О, смотри, микрофон. Микрофон смотри. Тоже это кто любит петь. Да. Да. Тут прям глаза разбегаются, не знаешь, что взять. Вот, для старших деток уже дальше здесь есть прыгалка такая. Угу. Это стрелялка, да? Так. Мячи, скейтборды, подушки, слипин, это спальный мешок. Спальный мешок, да. И там вот колонки, всякие шампуни для детей. Ну классно, в общем, да, классно. Вот, смотрите, взяла целый мешок подарков. Дома еще буду снимать с детками. Покажу, что я выбрала. А, вон они. Я их жду здесь. А они что там? Катаются на мопеде. Он уже, наверное, сел. Папа толкает. Мопед сел, что ли? Уже еле доползаете? А Сэм где? Там? Что-то я не вижу Сэма. Запрятался. Так, Дед Мороз передал подарки. А мы тоже тебе подарки принесли. А что у вас там? Вкусненькое. Мороженое-пирожное. И дети, как всегда, без шапки. Ты чего, милый? Они в этих капюшонах. Что же там? Это сюрприз. Сейчас будем смотреть. Подожди, подожди. Дома, дома. Будьте дома есть. Угу. Идем смотреть, что Дед Мороз вам передал. Пойдем посмотрим. У Сэма нос красный. Папа, надо же было закутать их.
А ну-ка, Сэмчик, мороженое там, да? Да. Мороженое, вот эти конфетки можешь показать? А ну, конфетки. Это покажи. Тебе мороженое. Спасибо, это вы на заправку опять ездили, да? Да. Угу, спасибо, классное мороженое. Вот эти конфетки покажи. Вот конфетки. И у Сэмчика, это вы сами выбирали, да? Да. Папа и мои. Купил. Класс. Так, ну давайте теперь к подаркам перейдем, да? А это мое. Анна, покажи, какое. Вау, да, клубничное, давай. Угу, вот это мягкие игрушки. Вот такие мишки рождественские. С шарфиком в клеточку. Держи, пап. Это Сэму. Так, Сэм не хочет медведя, хорошо. Смотри, Сэм, а вот такого хочешь? О! Ух ты! Короче, Сэму не нравится. Мишки, Лиза, тебе нравится? А Лиза нравится, хорошо. И у меня есть еще кое-кто. Смотри, кто там запрятался. Привет! Ну покажи слоника. Вот слоник. Так, дальше, Сэм. Ну, для тебя особый сюрприз есть. Дед Мороз просил передать тебе конструктор Лего. Ух ты! Видишь? Смотри, как. Лего. А кто здесь? Посмотри, Сэмчик. Смотри. Это тоже к Лего идет. Разные человечки, я не знаю, как они там называются. Ну, в общем, скорее всего, это профессии разные. Разные профессии. Угу. Полицейские, пожарные, строители. Смотри. Класс. Потом вот такой конструктор. Это для вас с Сэмом на двоих. Вот, и будете классно играть. С кем? С папой. С папой, да? Так, и тут уже идет для Лизочки сюрприз. А ну, папа, доставай. Ну-ка. Доставай. Ух ты. Смотри, прям ноутбук целый. Классно. Писать буковки. Смотреть, значит, вот видишь, на вот эти буквы и писать. Это как вау раз то, что нужно. Красиво. Ну как, ты рада? Так. Да. И тебе тоже. А ну-ка, смотри, какой спальный костюмчик для Лизы. Ура! Пони, ты же любишь пони, да? Да. Давай. Костюмчика. Тут как-то костюмчик завязали, так, чтобы не выпали штаны, наверное. Так. На 7-8 лет взяла уже. На вырост, Лизе, да, Лизочка? Вот. Вот так приложи. Смотри, Сань. Машинка полицейская. А ну покажи. Вот такая машинка. Это, кстати, хлопок стопроцентный. Штаники и кофточка. Да, накатались на мотоцикле, кашляйте же. И вот такие вот штаники. Смотри, это пижамка. 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 Называется пижамка. А ну штаны покажи, полосатые эти, Сереж. Ага. У меня теперь две пижамки. Две пижамки, вот, точно. Вот такие штаны. Так, и две книжечки. Это Christmas Story, рождественская история. Это, смотри, с принцессами. И даже диск есть. Можно включить диск и читать заодно. Или видишь посмотреть. Это можно, видео, я не знаю, это читают, не знаю даже. Или смотрит. Синдерелла и Аврорас. Может, мультик? Voice и Three Songs. Может быть. Может, это мультик? Может, да, посмотрим. И два мячика вот этих. Это что библиотека раздавала. Spokane Public Library. Держи, это тебе, это Сэму. В этом бюро дали еще $30. Гифт, подарочный такой чек. Можно пойти в любой магазин, который здесь написано, и его товарищ. Safeway, Albertsons, Yokes, Fresh Market, Fred Meyer. И Розаус. Сережа распечатывает. Здесь такие лекала лежат, машинки, что-то рисовать можно. Котика, машинки. Классная игра. Я думаю, такая игра будет стоить где-то долларов 30 как минимум. На электронную, на батарейку. А ну, обрисуй что-нибудь. Шарик обрисуй. А, понял. Короче, папа молодец. Так. Пи. Можно писать. Видишь, буковки учить, то, что надо. Потом вот эти печати, ну, как они там достаются, вот так, домик. Видишь, ты? Можно написать home слово, да? Это супер игра, да? Тебе нравится, доча, да? Вот это что? А, разные буквы. Да, алфавит.
песенки разные. Да, это чтобы не потерялось, да. А, чтобы не потерялось. Я думал, вставляешь, и оно засвечивает. Думаешь? Нет, вряд ли. Нет? Да, чтобы не потерялось. Чтобы не потерялось, точно. Ничего. Оно стирается, видишь? Жух, у нас была когда-то. Пару раз я покупала детям, они постепенно выходят из строя. Домик, что-то наклонился, наверное, упадет. Мишку. Давай, стоп. О, а теперь убирай. О, двойной получился. 3D у Сэма. Так вот. Ну, как вам подарки? Нравятся? А? Скажите, пожалуйста, детки. Лизе точно понравилось. Лиз, нравятся подарочки? Да. А Сэмчику нравится? Да. Все, скажите всем пока. Всем пока. Вот сюда, смотрите. Всем пока. Нет, нельзя так, не красиво. Всем пока. Пока всем. Пока. Помахай побыстрее. Помаши ручкой. Ну ладно, всем мороженое кушать. Всем пока, ребята.